Чтобы посмотреть сегодняшний эпизод Inscription, вы должны пройти капчу. У вас 3 секунды. 3, 2, 1. Ты что, серьезно клацал по экрану? Какой ты наивный. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы играем с вами снова в прекраснейшую игру Inscription. Короче, как я понял сюжет на данный момент, каждый из переписчиков хочет абсолютной власти. Они хотят попасть в какое-то там мега-запределье, по крайней мере, Поз хочет этого. Но до него это, видимо, хотел сделать Леший, он хотел получить абсолютную власть, и поэтому он стал 3D-шным, в отличие от всех остальных. И он также обрубил нам возможность начинать новую игру. Как это сделал... Он, я имею в виду Поз, робот, он обрубил нам возможность начать новую игру, как это сделал Леший в свое время. Понимаете, в чем прикол? И теперь Поз стал 3D-шной игрой. Возможно, дальше, после того, как мы победим его, нас ждут еще и мир мертвых, и что-то еще... Как там? А, мир волшебников, да. Так, мы можем идти. Раньше странники спокойно бродили по Ботопии. Теперь же враждебные боты перекрыли все основные пути. Мы можем пойти назад. Просто вернуться. Или пойти на босса. Оп. Вау, как это круто! Что, не ожидал увидеть 5 дорожек? Лешему такое не под силу. 1, 2, 3, 4, 5. А, он это имеет в виду. И правда, раньше было 4. И значит, бронебот. Как прикольно. Как прикольно все сделано. Какие-то дискеты. А, это и есть дискеты, карты. На первом ходу не... Что? Недостаточно энергии. Хорошо, мы... Пустой резервуар. Что это такое? Пустой резервуар, видимо, просто защищает, да? Ну ладно. Смотрите, вот этот чувак будет идти вправо. Это шахтер. Давайте поставим сюда. Он будет нам хранить энергию, получается. И мы можем с помощью молотка разбить одну из своих карт, видимо. Бам! Прикольно. Ой, как прикольно. Так. Берем либо вот это, либо это. А в чем разница? Если мы возьмем вот это, что... А, мы получим опять же резервуар. Фигня какая-то. Ладно. Что это? Носитель заряда. Когда на доске появляется карта с этим символом, владелец карты получит 1 единицу энергии. Дополнительная единица энергии у нас будет, получается, сейчас. Ну, давайте поставим. Вот оно что. Почему не можем... А. Ладно. Поставим резервуар. Он ничего не стоит нам. Вот так. Бомба, вот! Подождите, а он что, стреляет мимо? А нет, вот этот нас покоцал. Блин, бомба-бот это полное говно. Что это? Вы можете выбрать, куда именно будет стрелять карта с этим символом. Нифига. Возьми карту, Анна. Хорошо, возьмем. Вот, двойной пулеметчик. Крутая штука. Когда карта с этим символом получает свой первый урон, он не засчитывается. Как это интересно. Хорошо. Мы можем поставить его и его сразу. Ну, ну, наверное. А, погодите, он требует 3. А, ну да, все правильно. Мы только одного из них можем поставить. Либо его, либо его. Получает урон, но он не засчитывает. Ну, давайте попробуем поставить его сюда. Все остальное мы не можем использовать, к сожалению. Бам! Сдохло. Бам! Живой. Потому что урон первый не засчитан. И мы подыхаем. Окей, нам нужно защищаться как-то. Смотрите, видите, какое говно происходит. Смотрите, мы что сейчас сделаем? Поставим его вот сюда. Раз. И резервуар поставим вот сюда. Он нас защитит. Так, куда стреляем? Конечно, тебя стреляем. Пошло ты. Есть. Кажется, неплохо. Неплохо справляемся. Идем. Стреляем в тебя.
И один выстрел... А, это от него выстрел. Короче, эти карты именно стреляют. Прикольно. Я просто привык, что карта вот так делает. Пум, как зверь. А вот что это вот это вот... Ну, не суть. Пулеметчик. Свободных ячеек не осталось. Ты не можешь положить карту. Мы можем для этого использовать молоток. Вот для чего он используется. Потому что там-то мы обычно за зверей... Мы жертвовали кем-то, а здесь нельзя жертвовать. Давайте... Если мы сломаем его, то мы сможем его использовать в будущем? Или один раз только? Ладно, не суть, давайте. Тебя... А, на самом деле нам надо уже просто стрелять. Раз, два... Все, победа. Нет. Победа. Блин, как мне все нравится это, боже мой, не могу. Прям детский азарт. Неудобно, что мы идем вот сюда, так непривычно. Лучше защита от этих ботов, другие боты. Ты можешь зажечь искру, которая, перезапустит старых ботов. Добавь их в свою колоду. Они будут сражаться за тебя. Хочешь встать? Ну уж нет. Нам еще о запредельности думать. Итак, 3D принтер. Что это? Принтер резервуаров. Когда карта с этим символом получает урон, вам вручается карта из колоды пустых резервуаров. Очень хорошая штука. Вот этот тоже очень хороший, но он дорого стоит. И вот этот есть, который не получает урон, первый свой бронебот. Давайте его. Хорошо, теперь идем сюда. Теперь сюда. Ты должен найти больше ботов в окрестностях. Если, конечно, хочешь начать великую запредельность. Что он хочет? Во всей Ботопии разбросана куча всяких усилений. Перезаряжает твою энергию за один ход. Хорошая вещь. Если ты умен, то не станешь трястись над каждой батарейкой. Используй предметы почаще, они восстановятся на контрольной точке. Что за контрольная точка? Идем. Ух ты, что это? Это типа... Когда карта погибает, существо напротив и соратники по сторонам получают 10 единиц урона. То есть смерть мгновенная. Нам не стоит атаковать. Он будет атаковать! Вот здесь нам нельзя ставить. Нам нужно вот сюда только. Единственное место, куда мы на самом деле можем ставить. И ставить мы можем только резервуар. Пока что. Ну давайте. Давайте. Хорошо, вот сейчас мы получим. Бам. Окей. Что сделаем? Вот это? Так, бот-батарейка. Опять тот же самый набор. Что у нас сейчас будет? Просто мы отхватим. Вот этого надо бить. А мы не можем его бить. Давайте защищаться пока что. Блин, плохо. Это какой-то сильный противник, походу. Посмотрим. Бронебот. Не получает урона. Этот стреляет куда хочет. Три. Мы сейчас можем только одного. Этот не получает свой первый урон, так что он по-любому бьет. Мне нужно вот, вот его. Вот его грохать. Ставим снайпер-бота. Че у него там, кстати? Одна, да? Погодите, а это то же самое, да? Тот же самый эффект несет. Ну давайте поставим вот сюда. Вроде бы мы больше ничего не можем сделать. Хорошо. Давайте, делаем ход. Стреляем в него. Бам. Надо было не сюда ставить, а вот сюда. Понятно. Все. Блин, жесть. Итак. Раз, два... Его мы не можем поставить, к сожалению. Он бы нам сейчас очень помог, конечно. Слушайте, а может быть...
Карта с этим символом погибает существо напротив, и соратники по сторонам получают 10 единиц урона. Блин, я забыл про существо напротив. Он же тоже нарисован. Давайте так сделаем, смотрите. Мы сейчас поставим его. Мы не получим первый урон, но мы вынесем этого чувака. Раз. Есть. Стрельба. Я просрал. Да. Оп. Бум, ты потерял все свои деньги. Молодчина. Хочешь их вернуть? Тогда вернись в эту точку и не умри по дороге. Ах, твою же налево. Обратно к последней контрольной точке. Обратно туда, где ты был. Это будет непросто. Все те враждебные боты снова возродились. Короче, мы тупо начинаем с самого начала. Окей. Ладно, мы пока осваиваемся. Что, не ожидал увидеть 5 дорожек? Окей, а, вообще все заново. Вообще все заново. Этот снова будет бить. У нас снова есть только вот он. Ставим. Входим. Так. Там, кстати, вот еще какой-то бот странный. Надо его понять, чем он, для чего он нужен нам. Вот если я поставлю его... Смотрите, этот еще раз. Что он дает? Появляется карта с этим символом. Владелец карты получает 1 единицу энергии. Как, а сколько у него? Вот столько. Можно поставить сюда и сюда. Бомба. Вот что это такое? Нет, это ничего. Это просто... просто бот. Для красоты. Ставим. Один резервуар вот сюда. Гляньте, а что у нас там здесь? Он не получит урон. Кстати, лучше его поставить вот сюда. А резервуар пока не будем ставить. Раз. Дыщ. Угу. Берем. И ставим. Вот это плохо. А этих можно не трогать пока что. Есть. Так, берем вот новенькое. О! Вот это крутое. Все, победа здесь. Легкая, абсолютно легкая победа. Есть. Так, 2 у нас. Здесь ничего нету. Вот. 3. Это мы восстановили, да, все получается? Да, помним. Помним, как все было. Блин, у нас получается эта штука, которая стреляет целенаправленно, уже исчезла. Все. Хорошо, что у нас тут? Вот этот чувак будет бить. Давайте поставим сюда. Раз. Да. Кто у нас там будет? Вот эта штука. Возьмем. Поставим. Да, поставим вот сюда. Плохо дело. Новую карту сначала надо взять. Ладно. Смотрите. Надо дождаться, пока вот этот придет, чтобы грохнуть его. А пока мы можем только обороняться, видимо. Бесит только обороняться. Ну ладно. Сюда. Сюда. Все. У, боже мой, боже мой, боже мой. Значит, мы берем еще одну. Этого мы ставим вот сюда. Сейчас они все получат. Сюда ставим, на всякий случай, если вдруг что-то пойдет не так, как мне кажется. Раз, 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 раз. Есть! Тут же вынес. Очень хорошо идет все. У нас полное. Пулеметчик. Пулеметчик, конечно же, надо... Да, все, правильно.
Ставим сюда. Здесь мы обра... Эта карта... А, у нас нету. Раз, два, бам. Все, пошло на перевес. Ну, сейчас нас будет, конечно, бить. Что у нас там с энергией? Не вижу. Давайте возьмем лучшую карту. Бронебот. О, хорошо. Хорошо, бронебот. И здесь ставим. Раз, два, три. Смерть. Есть! Так, все равно как-то, знаете, привычнее почему-то для меня именно животное. Я так привык к ним. Сейчас такое все чужеродное, но мне очень нравится все равно. Я уверен, что если бы мы начали вот с этого, то животные были бы чужеродными. Что это такое? Будильник-бот. Карта с этим символом дарит существу напротив одну единицу силы. Существу напротив одну единицу силы? А нахрена это надо? То есть он и бьет неплохо, но он дарит врагу силу. Зачем? Еще один двойной пулеметчик и сторожевой дрон. Карта с этим символом наносит одну единицу урона существу, занявшему ячейку напротив. Давайте его возьмем, потому что тот у нас уже есть. Продолжаем идти. Хочешь дать отпор враждебным ботам? Модифицируй своих, сделай их сильнее. Выбери карту из своей колоды. Давай, тебя. Давай посмотрим. Что мы можем? Что это значит? Прикосновение смерти. С этим символом наносит обидчику урон, тот сразу погибает. Хочу это, конечно же. Доволен? Но только не ему надо было это. На самом деле, только сейчас понял, что не нужно было. Ладно. Ты почти дошел до контрольной точки. Постарайся не облажаться. Нам главное продержаться 6 раундов. О, всего 3. Теперь всего 3? И как нам с ними... Может быть, их сломать можно? Смотрите, будильник. Он нам даст одну силу энергии. Это значит, что мы можем поставить сюда резервуар. Что мы, конечно же, и сделаем. Давайте попробуем. Сломать можно? Бам. О, как интересно. Зачем только мы это сделали сейчас прям? Ну ладно. Все, оно сдохло. Однако, мы ставим вот сюда. И сейчас оно будет отхватывать. Бам. Че берем? Давайте возьмем вот это. Итак, отлично. Сторожевой дрон. О, мы можем постоянно использовать молоток. Сейчас мы резервуар энергии можем вот так вот. Нафиг, ни к чему он нам. Сторожевого дрона поставим, он даст. Он даст, короче. Поставим вот эту. Дополнительная ячейка. Пока ничего не больше не можем делать. Раз. Дыщ! Получил. Ага. Так. Ну что? В целом, ничего, просто ставим сюда и бьем. Может быть, это тоже сломать. Потом сломаем. Удар. Кого он против... Что это? Рокировка. При получении урона карта с этим символом меняет местами свою энергию и здоровье. Как хорошо, что ты не наносишь урон. Как хорошо. Так, что у нас еще есть? Снайпербот. Давайте вот сюда поставим его, и он будет медленно делать боль. Мы просто ставим вот сюда. Никаким образом нельзя ему делать урон. Вообще нельзя. А этого, кстати, неплохо поставил. Вроде как. Снайпер-бот. Не, все, в принципе, просто бьем. Есть! Победа! Он недоволен. Контроль.
контрольная точка. Ты добрался до первой контрольной точки. Круто! Твои предметы... Окей. Боты, которых ты сломал, в этой зоне не оживут. Если и когда ты погибнешь, тебя вернут в эту точку. Система здесь утонченная. Деньги? Окей. Центральная... Ботопия. И мы можем куда-то пойти потом однажды. Встать мы не можем со стола, к сожалению. Вот наша колода. Ну что ж, давайте возвращаемся в центральную Ботопию и идем путь. Значит, это к деньгам. Это какая-то сфера, я не знаю. Давайте пойдем к деньгам. Да здравствует коммерция! Здесь ты можешь потратить свои робобаксы. Так, хорошо. Робобаксов 22, 26, 8, 10. У нас как раз таки 8. Мы получаем новую карту. Одну из новых карт. Окей, у нас есть вот этот будильник-бот. Что-то мне совсем не нравится. Ами-бот. Но в каких-то случаях он может быть полезен. Итак, принтер резервуаров. Ага. А это... аморфность. Когда вам достается карта с этим символом, этот символ заменяется на случайный. Давайте возьмем его. Что ж, кажется, мы больше... А, видите, с конвейера новое распечаталось. Все, мы больше ничего не можем. Мы можем пойти вот сюда. Новая карта. Еще один сторожевой дрон. И шахтер. Попрыгунчик. Давайте сторожевого возьмем. Он очень дешевый. И может быть тактически выгодным для нас. Деньги, 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 деньги. 4. Кто это? Опа! Уф! Прости, дуй назад. Мост еще не достроен. Иди обратно. Мне нужно время, иди одоли босса. Я к тому моменту успею. Значит, возвращаемся обратно. И это как раз-таки вот сюда. Здесь ничего нету? Восточная Ботопия. Не очень благоприятная область. Но осмотреться все же надо. Как ты понимаешь, для великой запредельности. Ладно, сражаемся. Будильник. Гребаный будильник. Ну, как раз-таки мы напротив него поставим вот это. И пока что все. Угу. Сейчас он его убьет. Но пока что я вижу только, как эта карта очень сильно лажает. От нее никакой пользы нету. Ведь я всегда могу взять вот это. То есть она даже не представляет для меня никакой угрозы. Разве что он применит ее когда-нибудь попозже, когда у меня уже все будет заставлено. Да, это будет страшно. Возможно. Пока мы ничего не можем сделать. Только дрона поставить. Давайте поставим его вот сюда. На всякий случай. Пусть стоит. Есть. Еще один будильник. Вот. Он сейчас начинает это делать. Возьми карту. Блин. Мы не можем так постоянно идти. Давайте поставим сторожевого просто сюда. Один. А здесь... Ладно. Вот так поставим. А этот что-то... Еще раз забыл. Да. Владелец получает 1 единицу энергии. Пока не будем заставлять. Сразу сдохло. Берем карту. Давай чуть... Опа. Амебот. Амебот. Амебот ставится. Раз, два. Прикольно. А вот это не прикольно, что сейчас идет. Возьми. Так, господи. О, снайпер-бот. Снайпер-бот, это хорошо, но я не могу им сейчас воспользоваться. В плане сразу убить его, например. Ладно, ставим сюда. Куда бьем? Пофигу, сюда. Есть, победа! Это же был не босс вовсе. Я почему-то думал, что это босс. Еще один снайпер-бот и попрыгунчик. Давайте возьмем один попрыгунчик в колоде нам нужен. Для защиты от воздушных тварей. Пойдемте вот здесь пройдем. Деньги получим. 2 бакса.
И сразу следующий босс. Чувствую, меня сейчас будут выжимать по полной. Амебот снайпером стал. Против нас фигня. А он сразу может это ставить, получается? У него уже типа есть 3 ячейки, хотя он только начал. Сторожевой, хорошо. Поставим сюда. Смерть. У, нет. Его нельзя трогать совсем. Давайте. Ставим. Попрыгунчик. Попрыгунчик не может бить. Но амебот может бить. Давайте поставим сразу амебота. Этого пока не ставим. Сюда. Раз. Один. Окей. Вроде бы все нормально. Сейчас этого мы грохнем. Но он грохнет нашему амебу. Окей. Возьмем вот сюда. Все. А, жалко, не могу. Ну ладно. Раз, два. Отлично. Фу, окей. Нашу амебу убили, к сожалению. Давайте возьмем новую карту. Сторожевой дрон. Сейчас он выстрелит сразу. Ну так он-то не будет бить дальше. Нам нужно, чтобы мы еще и били. В таком случае мы поставим сюда и поставим резервуар. Да. Опа! Опа! Значит, что делаем? Значит, смотрите, какая у нас проблемка. У нас проблемка следующего характера. Это сейчас придет, его нельзя трогать вообще. Только если мы поставим сейчас снайпер-бота. Снайпер-бота мы можем поставить вместо... Не, он сейчас будет сам стрелять, так что все окей. А, мы можем поставить снайпер-бота вот сюда. Зачем сюда? Зачем сюда я хочу поставить? Кто знает, зачем я хочу поставить? Я хочу нанести ему максимальный урон. Вот зачем я хочу поставить. Все, мы взяли карты? Да, мы уже взяли карты. Ставим снайпер-бота, значит, сюда. Этим мы... Вот сюда нанесем. Допустим. Теперь раз, два. Что у нас есть? Эта фигня и вот эта фигня. И у нас ячейки-то, в принципе, все. Значит, у нас есть энергобот, которого мы поставим... Главное защищаться пока. Все. Ход. Мы стреляем вот сюда. Смерть. Есть! Хочешь узнать, что это за звездочка? У тебя на счету уже несколько побед, и поэтому за твою голову объявлена награда. На тебя будут охотиться головорезы. Но они прекратят охоту, когда ты умрешь. Окей. Здесь будет что? Непонятно. Сейчас мы наткнемся, видимо, на этих головорезов. О, мы просто прошлись по кругу. Карта! Это типа гаечная гончая. Ну, все понятно с ней. А вот это... Когда карта с этим символом погибает, вы получаете случайную карту. Щедрая. Призбот, призбот. В то же время гончая такая хорошая вещь. Я, конечно, могу получить очень крутую карту случайно, а могу получить очень галимую карту. Давайте в следующий раз. Нам нужно пополнить чем-то прикольным сначала. Так, босс. Опять. Короче, боссы все такие клевые боссы, видимо... Сражается на 3 ячейках. Смотрите, у него 3 теперь. Это как так? Он что, усилен? Видите, он почему-то в электричестве весь. Уже у нас гончие в руках. Окей. Ставим сюда. А можно было это поставить. Надо было это поставить. В принципе, нам-то пофигу.
Так, что у нас впереди? Оба, бомба-боут. Короче, ставим тебя и ставим тебя. Остальное пока не ставим. Раз. Что это? Меня зовут Данк Деболт, и я сорву с тебя скальп. Ничего личного. Это головорез? Вы поняли? У него и рокировка. И он бьет на три во все стороны. Его нужно бить. Тогда мы его ослабим. Его, ой, как нужно бить. Прошу тебя, что-нибудь. Отлично. Он даже не получит урон в первый раз. Нам надо бы как-то замочить вот эту штуку, по-любому. Давайте разобьем. Есть у нас еще ячейка? Нет, у нас ничего больше нету. Хорошо. Жесть, какая боль сейчас была. Карта. Амебот. Он что бьет? По одному бьет. И он всего две, и это две. У нас как раз таки две. Давайте вот так. И ставим сюда. Сейчас этот сдохнет. От него нужно избавляться. Я еще сорву с тебя скальп. Танк Деболт не сдается без боя. Он же сдох. Опа! Тварина. Значит, у нас есть... Нам нужно взять резервуар пустой. Я бы вместо вот него бы поставил гончую. А сюда бы впендюрил резервуар. А гончую я уже не могу поставить, поэтому терпим. Есть. Так. Сторожевой дрон, сторожевой дрон. У нас один, получается, есть. Мы можем вот этого убить. Поставить гончую. Вот пошло. Ну ничего, должен успеть. Смотрите, мы сейчас... Пока что ничего, никакой проблемы нету. Сейчас еще три, и мы побеждаем. Все. Надо больше урон стараться наносить. Какие-то роботы малонаносящие урон. Предметы заряжены на 100%. Генераторы ботов отключены на 100%. Что? Гадство. Заряд иссяк. Я разрешу тебе встать и найти новую батарейку. Ага, я все-таки нужен тебе. Тебе разрешено заходить только в инспекционную. Вытащи батарею из инспектрометра и принеси ее сюда. Здесь ничего нету? Как здорово. Что это? Ожидание печати. Мы можем напечатать себе вот эту дискету, получается, с этим символом. Но нужна дискета именно. Смотрит на меня. Блин, как здесь безжизненно все. Вот, смотрите. Наши любимые рандомные загадки. Значит, а если убрать, вот так. Три. Так. Убить. Вот. Мы почти здесь. Эти нельзя убрать. Есть. Что это? Пульт миссис Бомбы? Да, конечно, бери. Он бросает бомбы на пустые ячейки. Тактическая очистка. Не дурачься с ним. То есть его не смущает, что я все-таки ослушался его. Погодите. Мощный прыжок. Карта с этим символом блокирует атаки. А, это просто справочник. Его не смущает, что я ослушался. Он сказал, только туда иди. А я сюда пришел. Три. Три. Убрать нельзя. Что это за символ, я не знаю. Какой-то странный символ, который я... Как мне назад-то? А, все.
Надо его найти, посмотреть, почитать, что это означает. Как много всего. Вот. Когда владелец карты теряет резервуары с самоцветами, в бою они взрываются. Союзники по сторонам и существо напротив получают 10 единиц урона. А это... Когда на доске появляется карта с этим символом, все резервуары с самоцветами на стороне владельца получают нано-броню. Короче, да. Оно убивает очень сильно. Брать. Этот единицу наносит, а вот так... Два. Здесь мы ничего не можем сделать. А без него? Без него ничего. Погодите. Погодите, что-то есть. Оу, нет. Четыре. Максимально, что набрал, это четыре. Здесь три получается, потому что вот один съедает. 4, 4, 4. До сих пор 4. Оп! Получилось! Получилось! Погодите, давайте посмотрим, как у меня получилось. Я хочу понять. Я все время на рандоме, и трудно все вот это вот просчитывать. Здесь я нанес 3. Здесь я нанес 1, то есть аннулировал фактически. То есть ничего не нанес. И здесь мне нанесли 1 урон. При этом он нанес мне 3 урона, я ему 5. Ой, ну получается тоже 3. Точнее, я ему 5, и того он сразу сдыхает, прям сходу сдыхает. Он мне ничего не нанес. Этим я нанес только 1. И как оно получается? Того 4. Что-то не врубаюсь, как я это сделал. Что-то я не понимаю. Окей, смотрите, какая смешная карта. Жива. Одинокий чаробот. Кто это? Это что? Стимуляция? Что-то помимо кровешной темноты? Благодарю! Делай со мной, что пожелаешь! Только не возвращай в бесконечную тьму! Это тот чел, мы его находили там. Еще одна живая карта. Ай, как хорошо. Ай, а я эти штуки не включил? Ничего страшного, просто реши парочку простейших головоломок. Окей, проверните символ в правильное положение. Здрасте. Ну, как? А, все, готово. Ну, это же легко. Это же максимально. Спасибо. Опа, смотрите, камера. И еще одна. Выберите все квадраты, в которых есть карты. Это что, капча в гугле? В которых есть карты. Что? Вот. В которых есть карты. Видимо, именно карты. Вот. Выберите, в которых есть карты. Окей, все, я понял. Смотрите, тут что-то есть. Рыба-бот! Нашел меня. Хорошо. Робот-рыбка. Меня прятать. Месть за тот раз. Плохая рыбка. Теперь он будет в нашей стороне воевать. Окей, мы взяли какую-то штуку. Теперь что? Кто это? Что это? Он крутится во все стороны. Куда я крутану, туда она вращается. Ага, вот она. Неси ее сюда. На. Да, спасибо. Зарядка.
Этого должно хватить. Продолжаем играть. Все, кликаем. Это что? Карта центральная, Батопия восточная. Мы можем fast travel, да, получается? Это точка fast travel. Прекрасно. А, погодите, смотрим, что у них там. Ага, он как амеба. Этот будет идти... Когда одно из существ владельца кладется на доску, карта с этим символом переместится к нему как можно ближе. О, он будет держаться моих же существ? Окей, хорошо. Пойдемте вот сюда. Отвратительное место. Жалко, что ты застал его в таком плачевном виде. Это последняя зона Батопии, в которой сохранилась жизнь. Смердящая, бесформенная, полная дефектов масса. Фу, жизнь. Фу, кака. Давайте пойдем вот сюда. Что это такое? Оп, это какой-то босс. О нет, ты как раз не вовремя. Этот генератор вот-вот взорвется, или типа того. Ты должен перезарядить его, пока не поздно. Это гонка со временем, сейчас сам все увидишь. Стимуляция! Что это значит? Ага, это значит карта с этим символом дарит существу напротив одну единицу. Ладно. Правильно? Выстрел. 5. Если на моем лице появится цифра 0, ты проиграл. Я, кажется, понял. Давайте поставим сюда. Эту карту убьем. Ну как-то так. Раз, раз, два, четыре. То есть у меня с чего? Четыре хода? Ага, у нас всего четыре хода. А это что, просто... Это получается... Ты должен взять карту, да. Это получается просто... Это ни на что не влияет. Это защита для него. Значит, мне нужно было брать, на самом деле, резервуар пустой. Ну ладно, хрен с ним. Давайте ставим сюда. Я наживка. Раз. Он акулы стреляет. Три. Время на исходе. Ты говнюк. Ты гнида. Давайте возьмем, наверное, один. Поставим его вот сюда. Пусть сражается. А сюда снайпер-бот. Стреляем по нему. Раз, два, три. Два. В целом я побеждаю. Я побеждаю. Можно вообще не париться. Гончи можно поставить? Нет. Амебот. Чё, попробуем ударить им. Давайте. Хоп. Выстрел. Хоп. Вся победа. Да ну черт! Ага, супер. Ты успел перезарядить генератор до взрыва. Я бы похлопал тебе, если бы мог. Как это круто. Мне очень нравится играть. Выбери одну из своих карт. Мы будем прокачивать. Выбери мою рыбку. Погоди, погоди. Мы решаем, что мы прокачаем. Нужно взять дешевого бота. Вот это, конечно, сильный тоже. Мне нравится он. Ну и вот эта клевая штука и защищает, и дешево стоит. Давайте возьмем его. Мы же не можем передумать, даже осталось настроить. Значит, он будет ходить. Нет. Он будет погибать. Вы получаете копию этой карты. Прикольно. Вы можете выбрать, куда именно будет стрелять карта с этим символом. Но поскольку она не имеет урона, она никуда не будет стрелять. Бегун. Блин. Походу, все. Ну ладно. Пусть будет так. Сойдет. Нормально. Возьмем деньги.
Все, уходим. Теперь можно пойти вот сюда. Как что за портал? Новая карта. Смотрите, какая крутая штука. И это означает, что ночью... В начале вашего хода карта с этим символом трансформируется в режим зверя или наоборот. Это очень крутая карта, походу. Значит, тут босс, а тут... Мы просто вернемся. Нет, погодите, давайте пойдем босса. Как понять, это супербосс или так себе? Опа, пихты! Чем это у нас будет? Дикобраз. И еще трансформируется в режим зверя или наоборот. Я не знаю, что значит режим зверя, если честно. Сторожевой дрон. Он сразу нанесет ему урон, но и получит урон. Ну давайте, пусть нанесет сразу. Так, хорошо. Раз. И сдох. Оп, вот во что он превратится. И гончая, да вы что, охренели? Значит, смотрите, что мы можем будет сейчас делать. Мы можем поставить его. Давайте возьмем новую карту. На самом деле нужно было брать не эту карту, а вот ту, резервуар. Мы сейчас просто поставим и все равно ничего не сможем сделать. Давайте, может быть, зарядим. Что это дает? Пополни шкалу до текущего максимума. А, то есть фигня. У нас просто будет 2. Ну ладно, ставим сюда. Блин, еще там какой-то. Все, у меня жопа начинается. Опять режим зверя. Что я могу сейчас сделать? Ничего не могу. Только поставить... Я могу поставить вот сюда. Сюда. Да, давайте так сделаем. Значит, смотрите, вот. Он повышает мой максимум. Потом мы делаем вот так. Правильно? Правильно. И воспользуемся этой. Раз, два, три, четыре. Это требуется 5. Но мы можем уже вот так сделать хотя бы. Окей, вот как получилось. Раз. Блин. Окей. Давайте... Возьмем вот эту карту. Сейчас мы можем... Он сейчас победит, убьет собаку. А мы тем временем ставим вот кого. Да. Раз, раз, победа. Ну или нет. Или нет. О! Будем надеяться, что... Нет, это не то. Это гребаный летун. Его нужно срочно убивать. Дикобраз всего на одну нас ударит. Значит, избавляемся от летуна. Так. Да. Всего один урон получим. Живы? А, оба сдохли. Берем что-то классное. О, боже мой. Стоп. Разбиваем пихту. И ставим тебя. Ой, мой классненький, сейчас он все порешает здесь. Все порешает. Раз, два. Да. О, это плохо. Вот это плохо. Гончий получит урон. А что поделать? Давайте возьмем. Значит... Как нехорошо. Ну ладно. Главное настругать. А, все, гонча жива. Мы даже получили денег. Нифига себе, как хорошо. Фух, это был такой напряжный босс. Я боялся, что будет плохо. В какую сторону мы теперь идем? О, во-первых, зверинец какой-то здесь есть. Тут это, золото! Я как раз собирался копать. Мне всего-то не хватало хорошего пинка под зад.
А здесь прокачка. Одна из твоих карт получит альтер-эго в виде зверя. Карту из соответствующего зверя ты можешь выбрать сам. Тут ничего сложного. Альтер-эго. Выбери меня. Ну, давай. Давайте выберем. Что тут у нас? Он получит... В начале вашего хода карта с этим символом трансформируется в режим зверя или наоборот. В режим волка. В режим птицы. В режим гадюки. Он будет смертельный урон наносить. Значит, птица или гадюка. Конечно же, гадюка. Смотрите, как стрёмно, они в клетке сидят. Это... Я бы выбрал другое. Но ты всегда, вот, всегда все в противовес. Получается, он разрушил мир зверей и заточил их в клетку. Да, давайте сразимся напоследок с боссом. Потому что это очень увлекательно. Леши, Аки, надо найти и другие рыбки-переписчики. Глубоко-глубоко. Три. Кто против нас? Он тоже имеет альтер-эго какой-то. Гриз. Он превратится в медведя. Четыре. Значит, мы можем вот этого поставить. Сразу будет урон один. Давайте. Хоть так. Это хоть что-то. Да, жопа. Значит, а там что будет? Тоже альтер-эго. Будем надеяться, что у нас есть защитник от птиц. Нет, защитник от птиц. Сразу два. Ну, гадство. Давайте поставим вот здесь. Дополнительная ячейка у нас сразу появляется. Со следующего хода мы сможем поставить его. Да. О, нет. Думал, танк Деболт сдастся без боя? Плохо думал. Рокировка. Хреново. Отлично. Есть время. Значит, смотрим. Надо с ним что-то делать. Во-первых, против него нужно поставить, конечно же, его. Смотрим, как нам поступать. Кого бы взять, кого бы взять. Давайте его возьмем. Блин. Он пока сейчас нас трогать не будет. Будет трогать вот этот. Это значит, что... мы должны поставить... У нас 4. Этот сюда не будет бить. Значит, нам, короче, в любом случае ставить его сюда. Что? Рыба-бот. И резервуар. Защищаемся пока что. Окей. Здесь мы сразу получим 3. Живы? Живы? Пока что просто живем, да? Так. Мы здесь получим урон, но выживем. Здесь мы просрем. Надеемся на лучшее, птенчик. Мы просрем. Мы просрем. Так. Еще 2. Как, блин, плохо. Я не помню, что это. На всех пустых ячейках появляются бомба-боты. Так раздражает, если честно. Она ударит меня конкретно. А значит, блин, ну все. Я просрал. К сожалению. Я еще сорву с тебя, скальп. Танк Деболт не сдается без боя. Все. К сожалению, мы просрали. Черт. Мы лишаемся всех наших денег. Что ж, друзья, к сожалению, просрали. Немножко так горечи чувствуется. Ну, ничего страшного. В следующий раз продолжим. Нужно будет вернуть наш мешок с деньгами. Все мы вернем, пройдем. Отлично будет. Спасибо большое, что смотрели. С вами был Юджин. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Вступайте во все мои соцсети. Они будут в описании под видео. Подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик. И увидимся очень скоро. Всем пять!